Я решил снова затроллить своего друга-ютубера в Майнкрафте. На этот раз я позову его оценить мой дом, но он даже не представляет, что его там ждет. Этот дом со сломанными иллюзиями просто сведет его с ума. И он не будет понимать, что вообще происходит. Hello, мистер. Алло, Игорь, это, короче, я дом в Майнкрафте построил, хочу тебе показать, заценишь? Шо? Я дом в Майнкрафте построил, хочу тебе показать, как эксперту, чтобы ты оценил мой дом в Майнкрафте. Понятно, это опять твой троллинг, да, дебил? Никаких троллингов, да нет, ну я тебе реально, я реально построил дом, ну он немножко необычный, но я поэтому и хочу тебе показать его. Ну ладно. Ну, я иду, ну, то есть реально, да, все окей, хорошо. Ты не занят, там зайдешь, посмотришь. А что ты такой гиперактивный? В смысле гиперактивный? Я всегда такой, я вообще. Да я тебе говорю, просто я такой классный дом построил, никак в жизни такого дома в Майнкрафте не строил. Ты офигеешь. Давай, давай. Все хорошо. Сейчас тебе скину IP зайдешь, ага. Давай. Ба! И что, мы уже дома у тебя? Ну да! И что, как тебе домик? Алмазные блоки. Ну похоже на домик какого-нибудь школьника на каком-то паленом сервере Майнкрафта. В смысле? Да ты просто еще не прочухал. У меня у дома есть несколько этажей. Кошка! Это мой дом теперь! Не, на самом деле, это я про специально вот собаку приручил на золотую картошку, чтобы тебе вот понравился мой дом. У меня дом-то необычный, у меня есть несколько этажей, всякие разные проходы, секретные там и не секретные. Не, туда мы пока не пойдем, туда это потом. А, это... Забраться, а у меня есть специальный лифт, как туда забраться. Чего ты картошку утащил? Ой, это что такое? Что это за что такое? Домик? Что это? Ну это такая типа, как это правильно объяснить? Ну это текстурпак, у меня новый блок такой, понимаешь? Секретный проход. Какой секретный проход? Вот тут написано секретный проход на маленькой табличке, маленькой. О, ля, покупалась! Вот именно! Ты видишь, она вообще чуть не задохнулась в воде, а ты там маленький домик рассматривал. Ну чё, как тебе вообще в целом вот домик-то, нормально? Дерьмо! Дальше что будем делать? Ну, реально не понравился, тебя вот это вот не удивляет вообще, такой маленький домик стоит прикольный. Ну, с помощью модов, я помню моды на муравьев там можно... Да нет, это нет модов, это все, это текстурпак. Я тебя сейчас ударю. Не, ну ты можешь, давай так, давай ты сам будешь исследовать, как бы, что тут происходит. Не понял. Подожди. Что ты не понял, подожди, я просто не понимаю, что ты не понял. Что за хрень вообще? Какая хрень? Это капец, какая хрень! Смотри, вон, ну, что, вот домик, кстати, вот видишь, мы сейчас в домике, вот. Я как будто бы вот в этом... Да я даже тут тебя... Подожди. Выходимся сейчас в домике. Подожди. Выходим из этого домика, входим в домик и выходим из... Так. Подожди, а ты выйди, выйди из домика, выйди из домика. Тут какая-то чертовщина. Не-не-не, ты выйди из домика, выйди из домика. Не видишь меня вот в среде? А если я упаду, я разобьюсь? Ну я бы лучше на твоем месте этого не делал. Стой, стой, подожди, а я смогу открыть? Я не думаю, что ты сможешь. Нормально, я жив. Подожди, подожди. Ну давай, давай. Открой мне дверь. Ну сейчас, хорошо, сейчас открою. Открываешь? Блин, я теперь их тебя трое вообще. А я еще лучше стал, что ли? Это что-то необычное, но я не понял, как ты это сделал. В смысле, что? Я смотри, да... там джиник видно, это мы сейчас там внутри находимся. Реально? Подожди, а ты вот смотри на дом, смотри на дом, смотри, смотри. Я знаю, ты вышел. Привет. Привет. Как это? Не, ну ты, как бы, ты понимаешь, что ты посмотрел... Я все придумал так. Что? Надо картошку туда выпить. А ты не видел, как бы там тоже картошка есть, в смысле? Зачем ты картошку... Подожди. Ага. Ага, и что? Что за хрень? Ну вон картошка, ты ее выкинул из дома, вот она там и стоит. Ну. Посмотри сюда! Что вообще происходит? Подожди, Игорь, ты понимаешь, что ты посмотрел только 10% моего дома? В смысле? Ну, как бы, ты дальше не хочешь пойти на другие этажи? Я же говорил, у меня много этажей есть. Подожди, тут есть секретный проход. Да, какой-то секретный проход, да, какая-то табличка, подожди, ну-ка. Не понял, ты уже сразу все понял, где он находится. Ну я ж не тупой, что ли? Ну хорошо, пойдем на другой этаж. Ты первый. Хорошо, без проблем. Ну это же мой дом, я это строил, как бы я знаю, где что находится. Что ты мне тут это? Ты думаешь, я буду бояться залезть в свой дом или что? Так, хорошо, и что это? Смотри, это как красивый вид из окна просто, вот красивый. Я пока не совсем понимаю, что происходит. Тут вот диван, видишь, можно посидеть, диван такой розовый, прикольный.
Так. Не, ну хочешь, хочешь пойдем на улицу, посмотрим, хочу что на улице. На улицу. Давай, пошли на улицу, пошли на улицу, давай, пошли на улицу. Выходи, выходи, что ты там, куда ты пошел? А, подожди, стой. Что, что, что не так? Куда мы вышли? Почему там не так, как надо все, что было? В смысле, мы еще никуда не вышли, ты сказал, хочешь на улицу, пошли на улицу. А, нет, не понял. Игорь, подожди, подожди. Мой дом. Ну так мы же только что здесь были, вот здесь. Твой дом. Ну ты не помнишь, что мы вот здесь были? Ну да, я ничего не понимаю. Подожди, стой, 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 не торопись, не торопись. Ты вроде мне рассказывал как-то, что ты любишь рыбачить, да? Ну да, вообще, да, рыбалка. Ну, то, ну ты так, спиннинг там умеешь пользоваться, да? Да. Ну у меня просто лучший спиннинг, ему сложно. Ты не смотри. Короче, пошли на озеро порыбачим, бери удочку. Алло, 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 так нельзя рыбачить, запрещено законом, убери вот это вот. Не подожди, так... оно не работает так. Так нельзя, пошли нормально порыбачим. Пошли на озеро. Пошли, давай, хорошо. Пошли на озеро. Есть да. Нормальный подъем на озеро, что тебе не нравится вообще? Тусон вверх ногами. Вниз головой рыбачит, так я только ненормальный рыбачит, вниз головой нормальный, вот нормальный рыбачит. Это не смешно, я начинаю сходить с ума. В смысле, а что тебе не нравится? Давай порыбачу, ты же хотел порыбачить, что вот, давай рыбачить. А нахрен эту рыбалку? Не, ну хочешь, хочешь, вернемся обратно. Вот здесь, видишь, мы как будто бы выпуклые, а там мы впуклые. В смысле, мы выпуклые и пуклые, не понял. Ну здесь вот дом-то, а там не дом, там вообще ничего нет этого дома. В смысле, там есть-то дом, вот он стоит. Нету его тут. Вот этот дом. Это факел. Мы живем в хай-факеле. Подожди, сколько тут вообще этажей? А, ну мы были, получается, на третьем этаже. Мы еще не были на втором, на первом. И на нулевом, на четвертом. Ну, короче, это еще много этажей. Пошли посмотрим, пошли. Вот лифт, видишь, вот надо по лифту спуститься. Мне где-то это шо это? Ну прыгай, прыгай, да-да-да, прыгай. А, подожди, тут лестницы нет. И что, ну это лифт. Это быстрый спуск, типа в Майнкрафте, знаешь, такой? Я не понял, куда я лечу? По лифту. А, подожди, ты умер? Это так не должно было произойти на самом деле. Я просто в креативе этот дом строил, поэтому вообще как бы вот... А где мы? А мы спустились вниз, видишь, нулевой этаж, вот лифт стоит. О! Нужно дверь открыть, как так заходишь-то? Дверь не открыла, уже заходит. Нормально, зайди, все, чтобы все хорошо. Подожди, стой! Что не так, что? Ну, можем выйти, хорошо. Я не понял. Что, что такое? Так, а мы где? Мы в пещере, да? В смысле в пещере? Мы на любом этаже, мы типа в подвале. И мы приехали еще на другой этаж, ты на кнопочку нажал. А это что? Так мы сейчас в лифте находимся, внутри. И когда мы приедем? А мы уже приехали, открой дверь, посмотри. А нет, ёха, не попахан. Так, это какая-то чертовщина происходит. Ну вот, видишь, четвертый этаж, видишь? Тут опять вот эта хрень! Какая? Которая там была раньше. Какая хрень? Так пошли, все, пошли обратно. Чё ты... Всё понял. Так мы приехали на крышу, пошли я обратно. Я всё понял. Ну что ты понял? Ты поставил опять вот ту срань, как ты меня там троллировал, и сейчас ты меня троллируешь, как ты меня троллировал там, только тут все намного круче, чем там, то, что ты троллировал меня вот там. Ты иди вперед, иди. Это мой, ну, еще один дом. Я просто, ну, мой дом многофункциональный здесь. Ох, ох, да подожди, ты хоть посмотри, вот смотри, вот как красиво, вот это план, знаешь, вот когда вот строишь что-то, план делают, вот это план. Выйди, сядь в вагонетку. Ну ладно, хорошо. А если я ее сломаю тут? Нельзя? Нет, падла, я хотел. А я все продумал. Ты думаешь, ты просто так в гейммоде 2, а? Не, ну вообще, как бы, если ты хочешь, да, если хочешь проверить, можешь вот встань туда, встань туда. Встань туда, нам вот эту штуку, смотри, вот так вот, оп, оп, все ломаем, да? Привет! Так, а ну-ка, запустите меня, я поехал. Я все сломал, ну ладно, давай сейчас. Садись. А, ну тут по кругу есть, по кругу мне неинтересно. Так это не, ну это же не по кругу, тут доезжает, дальше по кругу едет. Вот. А ты тебе ничего не спрашиваешь? Не сюда, что? Не сюда. Что, 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 что? Вот. Что, ага, и что это? Тут еще одна хрень. А ну так которая... это, ну а что в этом такого? Ты сейчас, ну, ну открой, ты поймешь. Не, подожди, давай ты. Почему я? Открывай, открывай, открывай.
Ну, открыл. Ты там уже был, в смысле? Чё ты боишься? Ты что, самый первый дом? Не знаю, ну проверь, посмотри. Так. Ты что? Так. Подожди-ка, подожди. Я, конечно, все понимаю. Ну так, Игорь, ты так и не ответил. Как тебе дом-то мой? Чё, иди ты в жопу вообще со своими этими домиками. Я вообще не хочу с тобой больше разговаривать. Понятно, пусть такого. А это не троих, это не троих. Понятно, все, пока. Я сказал, что нубский домик, коробка. Вот как мнение-то людей меняется. Что тебе надо тебе? Это не смешно вообще. Я позвал тебя совершенно спокойно, как друга, оценить дом. Ты его назвал говном и ушел. Вообще, вот тебе не стыдно? Я чуть не сошел с ума, смотря на твой дом. Эх, а я думал, Игорю понравится мой домик. Ну и будь понравилось, ребята. Если вам понравилось, как я затроллил Игоря домом, поставьте прямо сейчас лайк, и я обязательно что-нибудь еще придумаю, чем его можно затроллить. Подписывайся на канал, тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию троллинга. Пока. Thank you.